Дорогие любительницы вышивки, я с огромным удовольствием приветствую вас в гостях канала Crystal Night. Меня зовут Любовь, и сегодня я хотела поделиться с вами важными изменениями в жизни нашего канала. Дело в том, что в последнее время я все чаще сталкиваюсь с техническими трудностями при работе с YouTube. Все мы знаем, что платформа в России работает с перебоями. Приходится постоянно использовать VPN, что в моих условиях загородной жизни и крайне медленного интернета очень усложняет, замедляет процесс загрузки видео. К тому же вопрос монетизации контента для меня вообще на платформе YouTube не стоит. В результате, после долгих размышлений, я приняла решение перейти окончательно на Яндекс.Дзен в качестве основной площадки для публикации своего контента. Я уже перенесла туда часть своих лучших видео, последних видео, и буду очень признательна вам, если вы, дорогие мои зрители, поддержите меня в этом переходе. Я считаю, что очень важно, чтобы вы, постоянные мои зрители, совершенно не случайные люди на моем канале, проверили свою подписку на канале Яндекс.Дзен. Возможно, вы уже подписаны. Все, кто не подписан, я призываю вас перейти по ссылке в описании и подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе моей вышивальной истории. Я буду очень рада видеть вас в числе своих подписчиков. Также буду безмерно благодарна, если вы найдете время посмотреть уже перенесенные видео. Ваши просмотры и активность на канале помогут ему быстрее развиваться на новой площадке. Также хочу сообщить, что уже завтра вас ждет абсолютно новое видео, которое я выпущу эксклюзивно на Яндекс.Дзен. Это видео о моем французском сэмплере и об истории, связанной с его вышивкой. Что касается YouTube, я полностью не прощаюсь с моими зарубежными зрителями, которые, я думаю, останутся на YouTube, но также милости просим вас на канал в Яндекс.Дзен. На YouTube я буду выкладывать контент по мере возможности, как позволит интернет, как позволит техническая возможность, да, потому что сейчас это делать все для меня очень крайне сложно. Поэтому основной платформой теперь с этого дня будет именно Яндекс.Дзен. Как я говорила, ссылка на мой канал находится в описании под этим видео. Я очень вас прошу поддержать меня в этом переходе, пройти по ссылке и перейти со мной на отечественную платформу. Спасибо, что остаетесь со мной в этот период перемен. Ваша поддержка бесценна. Всегда ваша. С уважением, благодарностью. Любовь, Crystal Night.